Приветствую вас всех, друзья. Мы на карте Ягодная. У нас продолжение приключений деда Федора. Так, заехал в магазин. Сейчас бумаги тут дооформим. Я тут арендовал два грузовичка. Сегодня у нас по планам продать урожай. А в частности, продаем сегодня очищенную кукурузу. Сейчас цена хорошая. Кстати, вот это что за... Наверное. Нет, это не так. А как нам это поднять? О! Ничего себе! Отличненько. Фигурку еще нашел. Так, цена сейчас на нее, ну, в принципе, хорошая. И сейчас последний месяц, когда, в принципе, есть смысл ее продавать. Взял таких вот два КАМАЗа. С прицепами по 62 тонны. У нас там как раз 115 тонн. Ну, в принципе, за два, ну, два КАМАЗа нам будет достаточно, чтобы все вывести. Так, поеду я на одном, и на втором посадим наемника, будет следовать за мной. Сейчас тогда надо будет выдвигаться на базу к элеватору, загрузимся. И нужно еще найти, куда это все продать по выгодной цене. И повезем на продажу. На вырученные деньги будем немножко рассчитываться с кредитом. Как бы решил вот таким вот образом, пока как бы все равно зима. Особо нам пока деньги не нужны. Там весной, наверное, начнем какие-то контракты выполнять уже. Ну и будем, как говорится... По ходу действий разбираться. Ну, пока что задача реально хотя бы половину кредита погасить. Надеюсь, выручим мы немало. Так, ну что, впрыгаем в какой-нибудь, давай в этот. Мазики такие нормальные. Серьезные аппараты, скажем так. Мощности должно хватить, так что... Так, и нам еще надо нанять наемника сюда, на второй. Так, стоп. Так, отлично. Поедет Дана за нами. Надеюсь, справится.
Так, у нас, кстати, декабрь, снега пока никакого нету еще тоже. То есть, в принципе, нормально. Как раз мы за это время, пока не выпал снег, так, нам выезд с той стороны, да? Пока не выпал снег, мы докультивируем то поле, которое еще убирали с горохом. Там еще наемник работает до сих пор. Ну, в принципе, там осталось немного, но тем не менее, то есть доделать-то надо до морозов. Так, ну что, едет там? Едет. Расстояние достаточное, в принципе. Даже можно поближе. А, вот так не делается. Ладно, так, поехали туда. Почти доехали. Нормально проехали, без происшествий особо. В принципе, в горку хорошо тянет. Так что проблем не должно возникнуть. Я вот смотрю, что мы там... Тракторист прохлаждается. Поле еще не допахано, он стоит. Да еще и для обеда время, как говорится, не пришло. Надо будет подъехать, разобраться. Так. Сейчас тогда поставим на загрузку. А я пока сбегаю на поле. Ручник поставим.
Там нужен очищенная кукуруза. Сто 15 тонн. Все, заполняется, а я пойду сбегаю на поле. Сейчас вернусь. Короче, прихожу, трактор стоит, тракториста нету. Техника простаивает. Куда сам тракторист пропал? Без понятия. Надо будет. Так, сейчас, наверное. Немножко тут. Так, стоп, поднять. Его перенаправить. Он как-то пошел странно вообще. Да, конечно, тут еще оставляет такие, как говорится, эти проплешины. Не совсем, конечно, хорошо это все. Так. Нашелся. Говорит, в туалет бегал. Так а что, не мог-то в поле сходить? Может, по-большому. Ладно, вообще не суть. Вроде поехала работать. Бежим обратно на элеватор. Там уже, по-моему, все заполнено. Сейчас тогда посмотрим, куда будем держать путь. И поедем продавать. Посмотрим, сколько мы сможем выручить за это все. Так, мой уже заполнен, а вот второй тоже заполнен. Отличненько. Да, 53 тонны еще. Да, конечно, этот вес приличный на задние оси. Я смотрю, даже перед немножко задран. Не хватает веса. Так. Отлично. Так, поехали. Сейчас выйдем немножко на дорогу. Да, слушай, вообще управляемость потерялась. Морда задрана вообще прилично. И навески никакой нету наперед, чтобы утяжелить ее. Ну, надеюсь, мы доедем потихонечку. Так. Давайте посмотрим, что у вас там по ценам, куда лучше сейчас вести это все. Так, очищенная кукуруза. Ну вот, максимально в том году было 122 тысячи. А на сейчас у нас самая большая, это 123. Вот, 376. Это у нас зерновой элеватор Приволжский. Так, пометить место. Посмотрим, где у нас находится он. Конечно, надо бы выбрать. О, ничего себе. Это довольно-таки далеко. Так, а что у нас там еще была за точка? А вторая точка — это зерновой элеватор в Турине. Так, это у нас куда? А, ну, в принципе, не особо-то и ближе, да? Следующее у нас 121 тысяча. В перевоз можно было бы, конечно, свести и там сразу сдать грузовики. Но тут самая низкая цена.
Либо, как вариант, еще можно подождать. Возможно, цена поднимется, потому что она сейчас на росте. Но тогда нам придется больше заплатить за аренду. Но ехать гораздо ближе. Надо подумать. Ладно, сейчас тогда пока отгоню к себе туда домой грузовики. Ну а дальше посмотрим. Заодно посмотрим, что там с тепличками с нашими. Может, уже какая-то продукция появилась уже первая. Капуста. Ну или салат, как он так называется. Да, потому что ну, вес довольно-таки так серьезный. Не хотелось бы в такую даль переть. Я думаю, лучше уже тогда подождать и свести уже поближе, потому что ну, это слишком далеко, это через, как говорится, все деревни с одного края карты в другой. Так, выезжаем. Вот, на поворотах, ну вообще его сносит просто. Да, тяжеловато для этого комода прицеп такой. Приходится очень большой радиус брать. Колеса просели задние как. Так, ну что, давай где-нибудь тут на обочине станем. Пока что. Надеюсь, никому не помешаю. Так. Так, Васёк, жди. Салатик пошел первый. Еще пока, конечно, 214 литров. Но, тем не менее, процесс пошел. Это уже хорошо. Ростки появились первые. Так, собаку покормить. Карус. И Карус где-то бегает. Что ж тогда, наверное, пока что подождем. Получше цены. Чуть попозже тогда вернемся, поедем продадим. Собака носится. Пойду пока попью чайку. Так, ну что, у нас уже 4 часа дня. Я тут решил тоже приодеться немножко. Похолодало. Закат наблюдаем тут. Уже начинает темнеть рано. Все нормально. Цена сейчас... Отлично, там 24 тысячи, 24 500 даже, чуть-чуть даже начало уже падать, но это на перевозе. Так что сейчас запускаем двигатель и поехали продавать. Так, надо сразу наемника нанять. Так. Я прыгаю свой. Так, куда нам лучше так поехать? Наверное, поедем по трассе все-таки, не через эти болота, потому что и так грузовику очень тяжело. Сейчас разворачиваемся, да, выскакиваем на трассу и поедем.
Так, я надеюсь, что это тут поедет. Так, наемник едет. Все нормально. Где-то сзади видел его в зеркало. Да, насчет КамАЗов, конечно, надо несколько раз подумать, стоит ли брать такие, если возить такие объемы, веса, да, то, наверное, надо что-то другое. Но поменьше, да, я думаю, он потянет. А вот уже 60 тонн ему тяжеловато. Так, ну что, выскакиваем тогда на основную трассу и поехали. Стой, 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 стой. Ух, боюсь, здесь можно влететь в эту автобусную остановку. Так, этот нормально там? Нормально, выкрутил. Тоже опасный маневр. Подрезал чувака какого-то. Черт. Ну ладно. Надеюсь, он не в обиде. Ладно, тогда, наверное, встретимся уже там. Мы тут пока доедем. Целая эпопея будет. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't. Так, почти мы доехали. Здесь приезжаем. Стоп, секунду. Да, например, на заправку нам сюда. Давай, 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 давай. Не, конечно, тяжело с этими КамАЗами в городе пришлось. Но потихонечку, потихонечку и доехали. Так, второй поехал, отлично. Вот она наша точка назначения. Открывай. Отличненько. Так, ну что. Первый, как говорится, пошел. Продаем первый КамАЗ. Оп. Разгружаем. Пошло зерно. Так, ну я думаю, 5 миллионов будет со мной. 7, почти 7800. Отлично. Ну, со второго где-то примерно 7, да, будет миллионов. Того у нас в районе 30 миллионов будет. Что ж, неплохо. Можем двадцаточку отдать. Так, дальше давай я сам пока. Поехали. Стоп. Разгружаем. Второй пошел.
в районе 30-ки будет. Сейчас это разгрузится и поедем на магазин обратно возвращать технику. 6600, ну чутка поменьше. Что ж, неплохо, неплохо. У нас, считаю, еще почти столько же гороха будет очищено. Ну, я думаю, что, в принципе, до зимы мы большую часть кредита погасим. Это, как говорится, и к бабке не ходи. Неплохая перспектива. Все, возвращаемся тогда в магазин. Я сейчас забираю своего жужика, возвращаю КамАЗы и заедем в банк. Отдадим 20 миллионов. Так, возвращаем технику. Отлично. Ну а я еду в банк тогда. Встретимся там. Так, прибыли, как раз еще успели до 5 часов. Опачки, смотри-ка, что я здесь нашел. О, супер, слушай, ну, ё-моё, вот это фартануло. Так, ладно, тогда вернем 25 миллионов даже. Так, возвращаем, уплатить кредит. 25 миллионов, да? Вот так, 24 800. 8 миллионов пусть еще будет, как бы, но нам в любом случае надо на что-то существовать. Не, ну слушай, отлично. Вернули, немалую сумму вернули. Уже проценты будут поменьше. Что ж, на этом будем прощаться, друзья. Не забудьте поставить лайк, подписаться. И до новых встреч. Увидимся на новых сериях. И, возможно, на других картах каких-то. А может, и на этой. Всем пока.